Еще задолго до парламентских выборов Казанский университет проводил множество мероприятий, направленных на формирование у студентов активной гражданской позиции. Это политсковородки, круглые столы, акции и студенческие дебаты. Положительное влияние на молодых людей оказали и встречи с представителями Министерств Республики. Все это вкупе позволило вызвать у студентов интерес к выборам в Государственную Думу, о чем говорит и высокая явка учащихся на выборы. Я думаю, что вся вот эта работа, которая была проведена, то есть совместная администрация университета, представители структуры, ведомств наших студенческих объединений, она благоприятно повлияла на всю атмосферу, то есть и положительное формирование понимания выборов студенчества нашего университета. Самых активных студентов и старост академических групп КФУ, проявивших гражданскую позицию на выборах, в УНИКСе награждал проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Там же подвели итоги селфи-марафона. Для участия в конкурсе требовалось выложить в социальные сети фото с хэштегами «Люблю Татарстан» и «Иду на выборы». Победителем марафона был признан Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.